Добрый день, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим такой проект, как ParkU. Этот проект связан с парковками, то есть это приложение, с помощью которого вы можете быстро найти парковку, припарковаться. В общем, проект связан с паркингом. Давайте пойдем по порядку, посмотрим, что у нас есть на официальном веб-сайте и рассмотрим основные плюсы этого проекта. Тут пишут, что это ваше приложение для парковки, традиционное паркинговое приложение, который позволяет по свободные парковочные места с вашим, как сказать, усердием для блокчейн-технологий. Сервис использует блокчейн-технологии ваши. Вы можете выдать собственный парковочный мест, список парковочных мест, установить цену места, ну, то есть если у вас будет собственное место, и легко сделать ваше место доступным для владельцам каждого автомобиля. Значит, не зарабатывать денег туда и стать бесплатный кошелек. Можно платить вот как и фиатом, так с помощью PayPal, Visa, MasterCard, с помощью криптовалют, так с помощью White Paper, Presale, Community. Также понимаете, что данный проект есть на оценочных сайтах, в том числе и на ICO Bench, имеет очень высокий рейтинг. 4,2 это достаточно высокая оценка из максимальных 5 возможных. Он пишет, что мы стоим лучше, трогаем лучшими. Смотри, скорость на наше достижение рейтинг на рейтинговых сайтах. Почему мы имеем такой высокий рейтинг? Потому что мы соблюдаем золотое правило SEO, мы имеем рабочий продукт, вознаграждение выше цены и легко использованное приложение для пользователей в Нидерландах. Также регистрирована компания полностью отслеживающих, имеем хорошую, сильную команду. Более 13 мультикомпаний нашими клиентами. Муниципальными нашими клиентами. Тринадцать муниципалитетов наши клиенты. В общем, клиент. Мы имеем прозрачную дорожную карту для блокчейн интеграции. Принесет количество людей, использует блокчейн. Как бы это будет драйвером управления каждый день блокчейн. Полностью прозрачные. И смарт-контрактов. Безопасное. Универсальное решение для умных городов. Ну, то есть, что парковочный сервис разделяет между реальным там парковочным парком и модерированием. То есть умный город, в общем, положение. Ну, тут пишет, что эфир блокчейн смарт-контракт, вот, принесет все это надежность, стабильность, умный город, поставит платформу, уменьшит трафик, загрязнение. Вот видео проект можно посмотреть. Плати за парковку, получай, зарабатывай. Маты в аренде парковочных мест. Купить токены. Можно посмотреть, вот купить. Активно присел 30% скидка. Вот. Цена одного токена 7 центов. Информация о токенах. Информация о токенах. Не будут распределяться. На данный момент цена 7 центов. Дорожная карта проекта. Преимущество для водителей, для провайдеров, как мы видим. Внутри, само собой, информация в реальном времени. Тратить и зарабатывать токены. Инновация. Состояние умных городов. Внимание. Денег. Новый сервис. Так. Команда проекта. Мы видим достаточно подробную информацию о каждом члене команды. Значит, достаточно можно пускать информацию в интернете. Советники проекта. Уже контент. Вот у них адрес есть реальный. В общем,
Что могу сказать о проекте, чтобы сильно не затягивать? То, что проект интересный, перспективный, на него однозначно стоит обратить внимание. А инвестировать в него или нет, это в любом случае решать вам. Но, по моему мнению, проект однозначно достоин внимания. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на этот проект будут в описании под этим видео. И всем пока.